Как всегда, у меня имеются посылочки, которые я не могу понять, что в них вообще такое. Electronic Accessories. Ну что, будем вскрывать и узнавать. Вроде как чехольчики, а вроде как и нет. Вскрываю еще раз ножницами, говорю, потому что, чтобы не повредить. А, понял, понял, понял. Это копия на эти наушники AirPods Apple-овские. Стоили, по-моему, по $2. О, тут даже пленочка на этом есть. Так что все чики-пыки. Ничего себе, как все понтово. А, ну запечатано. Ну, а, понятно. Вот, вот такая вот пленка. Не знаю, там видно? Да, видно. Ну что, я попробую одни, потому что... И как его вытащить? О. Так. Я вам скажу, такое себе звучание на $2. Ну просто, чтобы было слышно, вот честно говорю. Наушники работают эти. Это громкость. Ну, прикольные наушнички, но... Так, ну и следующая упаковочка. Там время уже 2 минуты, я смотрю на таймере. Но надо проверить, понимаете? Все, кстати, кто вскрывает посылочки, открывайте на видео, чтобы потом китайцам доказать, что вина-то не ваша, что они не рабочие. Ну и эти работают. Хотя, вот смотрите, как они передогнуты, видите? Короче, неважно. Работают. Работают. Вот, ну, ну это ужас. Вот. Слышите, да? Ну так, слушать можно. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока. А, еще заходите в нашу группу. Ссылочка есть в описании.